Парить правильно? А ребят будет так. Оценивающий. Ладно, пусть это будет четвертое движение. Давайте все вместе попробуем. И Олег тоже. Четвертое. Раз, два, три, четыре. Классно. Хорошо, давайте и последнее движение. Уже не будем. Я понимаю, все готовы танцевать. Какое? Вот это. Знаете, главное движение старого спецназовца. Все, хорошо, закрепили, да, вот это. Типа диско, но вот как в Тарантино. Тарантино. Хорошо, помним все движения. Отлично. А, счет такой на раз, два, три, четыре, то есть не мельчишим, то есть, знаете, первое, там, второе, там, третье, да, и, то есть, как бы вот так, раз, два, три, и все это под музыку, хорошо? Митя, ты готов музыку нам поставить? Итак, друзья, сначала, смотрите, сначала слушаем, да, слушаем музыку, я говорю, поехали, вы начинаете все вместе исполнять. У вас получится такой дружественный, танцевальный коллектив. Дим, подождите, тогда как называется ваш коллектив? Как назовете? Назовете? Пятеро смелых, то все. Может, бегемотики. Бегемотики? Пятеро смелых бегемотиков. Да, хорошо. Ваши аплодисменты, посмотрим, что у нас сейчас выйдет. Ведь поехали! А где он?